Что сегодня планировалось? Сегодня планировалась акция от лица студентов вышки против проведения под эгидой нашего университета конкурса красоты. И как получилось? Получилось довольно спокойно, люди с интересом читали листовки, при том, что они купили билет, чтобы пойти на конкурс красоты. Получилось даже войти в коммуникацию с некоторыми, и реакция была достаточно положительная, что было неожиданностью. А почему была выбрана именно такая форма? Митинг нам не удалось согласовать, потому что у нас было мало времени. Поэтому была выбрана форма одиночного пикета. Ряд одиночных пакетов. Какие цели ставились перед этой акцией? Конечная цель акции – полностью исключить любые объективирующие конкурсы из нашего вуза, полностью исключить рекламу таких конкурсов и тем более финансирование, поощрение, проведение. Хотелось бы, чтобы название «Мисс Хайсия» больше не фигурировало и как бы они не переименовывались в шоу, они остаются конкурсом красоты. Нам это все понятно. И более обширная цель – это, конечно, исключить, в принципе, из любых академических заведений подобные конкурсы. А что удалось достигнуть именно сегодня? Сегодня удалось, во-первых, заявить о наличии недовольных, во-вторых, привлечь внимание. Но я думаю, что это был очень-очень маленький шаг, потому что это просто акция, а работать нужно в течение всего года со студенческими организациями и обсуждать это с нашей администрацией, которая, к счастью, во многом уже пошла нам навстречу и понимает, что конкурс не соответствует имиджу университета. Какая перспектива таких акций? Вы собираетесь их продолжать или это единичная акция? Если с нами не войдут в диалог, мы собираемся продолжать акцию. Пока что мы планируем развивать диалог с организаторами конкурса, и если уж они хотят проводить что-то в вышке в том же составе, что они проводили, пусть полностью меняют формат, не оставляя ничего от конкурса красоты, пусть проводят настоящий, действительно интересный, на основах гендерного равенства, конкурс талантов, спортивных достижений, академических успехов и так далее, где наравне будут задействованы люди всех гендерных идентичностей, полов, и не будет никакой объективации. Эта акция касается только высшей школы экономики, или вы собираетесь распространить ее на другие учреждения? Нас поддерживали при организации акции студенты МГУ и других вузов, и они собираются повторять и проводить подобные акции в своих университетах. И конечная цель, естественно, исключить это в принципе, как я уже сказала, из академических рамок.